Всем здорово, ребят, это просто пиздец полный. В общем, решил я вам дозаписать видос на немке. Сидел только что, там, чекал в интернете кое-что, и зашел, вот, просто зашел и нажал бесплатку. Это немецкий аккаунт. Это просто жесть, почему, вы сейчас узнаете. Ну, за бесплатку и за Деда Мороза вы должны обязательно поставить лайк, подписаться, кто не подписан. Ну, все как всегда, и ставьте колокольчик, чтобы быть в курсе новостей. В общем, просто жесть. Я не знаю, или это так реально задумано, или это реально подгон. Сегодня у нас на русском сервере добавили, ну, на всех серверах награды рождественские, вот так вот, награды за вход, поэтому не забывайте забирать, и на некоторых серваках есть еще дополнительные плюхи, и я вам сейчас покажу еще Тайвань и этот сервер, я их не показал, и на АЭ залетим, посмотрим, что там после обновы. В общем, поехали. Это просто, честно говоря, аут. Я в шоке, но такое бывает. Все как обычно, ребятушки, подкручено. Поехали. Итак, есть сегодня вот эта акция, очень обалденная акция, но это не самое основное. Я забираю вот плюшечки, чик-чик-чик, плюс 2. Это халявный, есть возможность, шанс получить, если, конечно, повезет. Блин, видите, ну не всегда отдает по 8 штук. Шанс получить халявного, реально халявного зефира. Такс, поехали. Идем по порядку, я вам просто по порядку покажу и скажу, почему я просто в шоке. Так, 19 день. Рудольф, 200 штук. Что там у нас за последний день? Не хочет оно, что-то сейчас. Вот. Elden Crystal 20. То есть завтра. Ребятушки, завтра. Эта акция у нас еще идет 3 дня. То есть, ну вот реально круто. Найм 3 дня. И мы получим завтра еще 20 штук. Итого будет. И плюс эти, это получится 46. 4 попытки. У меня будет как минимум 4 попытки, чтобы вытащить отсюда хоть что-то. Как видите, здесь есть реально все. Самое основное, самое ценное, это зефир целый полностью. Полностью целый зефир. Ну и другие герои, тоже думаю, осколки. Любой бездонатный аккаунт от этого не откажется. Награда за вход такая же, как и везде. Пыльца, все дела. Ну а теперь поехали к самому интересному, почему я решил записать этот видос и почему я охренел с самого начала. В общем, поехали. Посмотрим, почекаем, что за акции добавили. Тут в основном в 10 обновлений. Так, это все донатное. Надо забирать эти итемы. До какого оно там? До 27-го потом потратим. Это жесть. И вы скажете, это жизнь, боль. Почему так? Тут на рынке ничего нету. Нету. А теперь, ребятушки, барабанная дробь. Посмотрите на этот коллекционер. И мы с вами вытащили сразу же один. Сразу же. Четыре Деда Мороза. С каждого Деда Мороза вы можете получить охренительные, как по мне, плюхи. Вот посмотрите на вот это. За одного, за два расходники, за три вы уже имеете шанс. Но опять же, это для кого? Для донатов. Без донатов это нереально. И за четыре Queen Wasp. Вот так вот. Что я могу вам сказать? Ну... Просто кайф, как по мне, вот реально это просто кайф. Посмотрите на эти плюхи. Ну, понятно, что по сути
Мало кто вообще получит эти плюхи, получит эти награды. Но, блин, это просто... Это чисто по фану. Это хуже, чем другие коллекционеры. Но то, что нам выпал Дед Мороз, это, конечно, реально очень круто. Но поехали, забираем. Теперь у меня есть еще и скин на Деда. Еще дополнительно плюхи. Девятая, ребятушки, девятая эмблема. Так, это мы не все плюхи. Вот 200... Осколка скина, это рогатки. Нормально, нормально. А чё нет? Это называется самый крутой сервак, на котором реально очень круто можно развиваться без донату. Так, где-то у меня там тыква была. Надо ее улучшать. Так, забираем плюшечки, какие у нас есть. А их здесь у нас дофигища. Но вот это вот самый кайф. Завтра, короче, с вами, ребятушки, будем ролить полным ходом. Так, обменки. Ну, вроде все по этому серваку. Поехали, чекнем Тайвань. Что у нас еще есть интересного на Тайване? Может, там что-то новое. Тайванька. Вот так вот. 6к кулаков и 20 этих. Нифига себе, это что за прикол такой? Далее. Это, наверное, за атаку фортов. Кстати, за атаку фортов у нас никто нигде ничего даже не сказал. От администрации ничего не написали. Я, по крайней мере, не видел, чтобы они что-то возмещали. Здесь ничего нету. Ну, значит, понятно. Никаких изменений, к сожалению или к счастью, нет. Так, окей. Поехали с вами на AS-сервер. Я запущусь. Посмотрим. Что у нас есть на iOS-ике интересного. Там тоже вчера прошло обновление. Так, тоже подарок к праздникам. Забрали с магазин скидок. Ну, вот смотрите, 30 за 2500. Блин, ну реально тоже круто. Нифига себе! Ребятушки, посмотрите сюда. За самоцветы. За самоцветы десятые. Блин, ну красавчики вот реально. Кто-кто, а они реально красавчики. Это очень огромный плюс и очень крутой подарок, я считаю. Если, конечно, вам повезет, но вы имеете возможность бить эмблемки. Супер. Так, кузница. Забираем пока. Вот, там самое главное, знаете, не просрать дни. Так, кузница у нас до 28-го. Настолочка. Тоже с махатмой. Так, ну тут, как обычно, я, короче, получаю кучу эмблем. Я не знаю, у меня тут куча эмблем. Так, собрать. Тут удачи, сферы. Больше ничего такого нету. Фонтана нет. Тут все те же самые плюхи, что и на русском сервере. Только единственное то же самое. Пакеты накопления, ну как вам? Пакетики накопления здесь тоже очень крутые. За 11к вот такой пакет накопления, я считаю, вообще огонь.
Фобос. Скины. Ну, круто. Тоже крутой. Крутой рынок. Да, вот такие вот, ребятушки, дела, новости. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.